В Югре оценивают инвестиционную привлекательность отдельных муниципалитетов. Сегодня губернатор Югры работает в Советском районе. Свой визит глава региона начала со встречи с молодыми предпринимателями. Они поделились планами и вариантами решения проблем, которые могут возникать у начинающих бизнесменов. После этого Наталья Комарова провела внеочередное заседание Координационного совета. Его посвятили развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе. На совете представили интересные инвестпроекты. Например, строительство в Алябьевском завода по переработке молока, реконструкция газовых котельных на территории района или открытие цеха по изготовлению ортопедической обуви. По планам, такое предприятие должно обеспечить своей продукцией не только Югру, но и соседние регионы. Потребность у людей в этом есть. И это примерно 3000 пар обуви, которая необходима людям с имеющим какие-то определенные отклонения в ортопедии. Но этот поток можно увеличить за счет привлечения других территорий, покрытия других территорий, поскольку у нас выстроена логистическая схема на всей территории Ханты-Мансийского округа, у нас филиалы во всех городах Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. И плюс мы занимаемся поставкой товаров для Ямало-Ненецкого автономного округа, и логистические схемы у нас уже тоже там построены. Это такой актуальный формат, в котором я встречаюсь с предпринимателями и даю возможность руководителям муниципалитета и предпринимателям, посмотрев друг на друга, продемонстрировать, насколько действительно или реально деловой климат, предпринимательская активность позитивная в том или ином муниципалитете, и одновременно с этим инвестиционные предложения и участие органов власти в их продвижении являются конструктивными и полезными, и именно теми, на которые есть запрос.